Добрый день, дорогие друзья! Компания RS Property приветствует вас в солнечной Турции. Сегодня мы приготовили для вас эксклюзивное предложение. Это срочная продажа от собственника. Четырехкомнатный дуплекс общей площадью 161 квадратный метр, который располагается в современном комплексе в районе Тосмур, всего в 200 метрах от моря. Приобрести данные апартаменты вы можете по очень выгодной цене ниже, чем у застройщика. Кроме того, собственник оставляет всю мебель в подарок. Ну а теперь я приглашаю вас посмотреть эти апартаменты. По традиции мы начнем осмотр квартиры с прихожей. Сразу давайте посмотрим, что здесь есть. Как вы можете видеть, здесь установлен видеодомофон. Слева располагается лестница, которая ведет на второй этаж дуплекса. Под лестницей имеется чулан, где можно хранить вещи. По правую руку от меня находится ванная комната. Ну а теперь пройдем дальше и посмотрим гостиную. Квартира продается полностью меблированной, и в гостиной из мебели у нас имеются два мягких дивана, большой плазменный телевизор, также уже установлен кондиционер. Из гостиной имеется выход на солнечный балкон. Ну а с балкона открывается восхитительный вид на море и на Аланийскую крепость. Что касается кухни, то как и в большинстве турецких квартир, она объединена с гостиной зоной. Кухонная зона очень просторная, и здесь, как вы видите, уже установлена кухонная мебель высокого качества. Также в стоимость входит бытовая техника. Это вытяжка, газовая плита, духовой шкаф, посудомоечная машина и холодильник. Поднимаемся на второй этаж и сразу попадаем в просторный холл, откуда двери ведут в разные комнаты. И первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это наличие сауны, которая располагается прямо в квартире. Ну а также на втором этаже дуплекса располагаются три спальные комнаты, прачечная и ванная комната. И начнем просмотр с хозяйской спальни. Хозяйская спальная комната имеет собственную ванную комнату. Ну а из мебели здесь есть большая двухспальная кровать и большой платяной шкаф. Также из спальни имеется выход на балкон. А с балкона хозяйской спальни открывается вид на горы. Вторая спальная комната очень светлая и очень просторная. Она также полностью меблирована. И на что еще хотелось бы обратить ваше внимание, то что во всей квартире установлен подогрев полов. А из этой спальной комнаты, как и из детской комнаты, есть выход на балкон с видом на море. Территория комплекса словно пятизвездочный отель. Здесь есть все, начиная от открытого бассейна с водными горками и заканчивая спа-зоной и фитнес-центром.
Более подробную информацию вы, как всегда, найдете на нашем сайте www.restproperty.ru. Ссылка находится под видео. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Новые видео в эфире с понедельника по субботу.